Но за этот год что-то улучшилось в вашей жизни? В моей жизни? Если мне раньше этой пенсии хватало на прожить месяц, то теперь я уже с трудом думаю о том, что в новом году с повышением тарифов ни хрена уже не хватит этой пенсии. Или питаться, или не платить за коммунальные услуги. А у нас была прямая линия с президентом. А вы услышали там тот ответ на вопрос, который вы хотели бы задать? Вообще не слышала ни ответа, и президента не слушала, извините. Почему не слышали? Ну, не захотела. А как вы считаете, что нужно поменять в стране? Это не для меня. Я не имею возможности решать такие вопросы. Они очевидны и так. А вы смотрели прямую линию с президентом? Да. А вы услышали ответ на вопрос, который вы хотели бы задать? Нет. Вот какой вопрос вы хотели бы задать? Ну, в России пенсия самая маленькая по сравнению со всеми остальными странами.